Камчатке сложнее добраться, поэтому я решил не упускать возможности, шансы прилететь на Камчатку, поучаствовать в Берингии. Вот с 2018 года она стала, как бы, вот эта гонка стала для нас образом жизни. То есть мы прилетаем с Камчатки, когда после гонки, и начинается подготовка к новой гонке сразу же. Кубок Берингийского единства, посвященный памяти Маргариты Аркадьевны Башваковой. Это была легендарная женщина-каюр. В гонке участвует 15 упряжек. Две упряжки – это жители С, это бывшие, скажем так, те же берингийцы. Но в этом году они в большую гонку не идут. И в большую гонку идет у нас всего лишь 13 упряжек. Собак в упряжке у всех по положению 6 собак должно быть, у всех было по 6. Трасса вся идеальная, сложность в том, наверное, что она слишком короткая. Был тяжелый подъем, но это украшает эту трассу и делает ее более интересной. Некоторые есть, не оправились от старых травм, две собаки. Некоторые просто, как, знаете, говорит, якорь. То есть он тормозит всю упряжку. Темп за темпом не успевает, и все. И чтобы собак не мучить, мы их сняли. Они поедут в теплых домиках.
очень быстро завершили, потому что из 13 каюров последний пришел в половину первого. И это, как показывает время, даже очень хорошо, потому что в 2019 году последний участник финишировал у нас почти в 5 утра. Лучший результат вчера показал Семашкин Андрей. Он прошел свою дистанцию за 9 часов 16 минут. За ним следует Демченко Вячеслав. Третье место – Левковский Валентин. Сегодня мы с вами стартуем в 11. Первым уходит Ичанга Дмитрий, за ним Айначкин Герман, третий Чуприн Валера, четвертый Казаков Андрей. Плюс к вчерашним 4. В итоге у нас сейчас на данный момент в 2 этапах снято 16 собак. Основные моменты, почему сняты собаки. Перенапряжение, перенагрузка на передние конечности, плечи, лопаточное сочленение. Вот так у нас едут собаки. Это так называемые собачьи домики. Они все с отверстиями. Они не глухие, они теплые. На дне постелено сено. В этом ящике 4 отсека. Каждая собака едет отдельно. Сегодня этап короткий, поэтому они доедут и их сразу выпустят. Когда этап длинный, останавливаются после каждой 30-20 километров. Собаки выпускаются, на поводках выгуливаются, разминают лапки, садятся обратно, едут дальше. Побелевшее должно порозоветь в течение 5 секунд. Если цвет останавливается, значит обезвоживания нет.
хорошо. Обратилась жительница поселка Усть-Харидово. У нее в области кутикулы рана на большом пальце, то есть постоянно работает пальцем и рана не заживает. Поэтому очистил рану и наложил ей шовчики для того, чтобы ускорить заживление. Это моя вторая гонка, и в первой гонке я тоже оказывал помощь местному населению. Каилю 20 минут до старта. Первый стартует Бричанга Дмитрий, за ним Чуклин Валерий, третий Айнашкин Герман, четвертый Казаков Андрей, пятый Холмородов Асу, шестой Кутенковак Евгений, Юлия Причина седьмая, Причин Андрей восьмой, Попов Алексей девятый, Левковский Николай десятый, Левковский Валентин одиннадцатый, Семашкин Андрей двенадцатый, Демченко Вячеслав тринадцатый. Сегодня дистанция 17 километров. Не очень жарко, небольшой снежок. Хорошего всем пути. Дорога была хорошая. Немного снег, небольшой ветер, но, в общем, условия были нормальные. Трасса проходила прямо по берегу Охотского моря. После Лесной мы перевалим через перевал и окажемся на берегу уже Берингового моря. Ну, скажем, когда мы идем здесь западным маршрутом, то первые два этапа, они каждый раз, ну, сложные. Оказывается, только потому, что связано с рельефом и с качеством снега. Особенно второй этап. Снег был очень такой сыпучий, трудно было сделать хорошую трассу для упряжек, поэтому было трудно. По положению есть у нас установленный лимит времени. Отставание от лидера не больше 14 часов на дистанции от Эсса до Тигеля. Чанга Дмитрий еще к Верхнему Харизову набрал уже исчерпал весь лимит. Сейчас у него уже 17 часов отставания. Плюс немножко неподготовлены собаки. И судейской коллегии было решено вместе с руководителем гонки снять данного участника с точки зрения гуманного отношения именно к животным. Потому что, ну, нет смысла издеваться над собаками. Лучше их подготовить и участвовать в следующем году заново в гонке. Сегодня в конце, кроме пирогов, бубнов и танцев, были еще и шикарный концерт в традиционных костюмах с песнями, опять же, с этими же бубнами. И каюры потанцевали, и было очень приятно. Мы ее ждали вообще с радостью. Рисунки делали.
обсуждали, постоянно встречались, со школой недавно ребенок беринги, потому что знали, что они приедут, будут в интернате у нас, приходить у нас на камеру надо снимать. Но он с нами растет беринги, с каждым годом все больше и больше народу. Ну, некоторые, конечно же, возмущаются же, да, то, что от беринги там, особенно в городе, когда опрос проходил. Зачем она нужна? Нам это, конечно, нужно. Куда она пришла, беринги? Заниматься я начал еще в возрасте 17 лет. Ну и приобщил меня сначала у Валентина Солодякова, внук Виталий Тишкин. Ну а там постепенно начал заниматься. В 2012 году меня позвал уже Владислав Левинок. Начал заниматься с ним, собаками, и в то же время начал заниматься и у Валентина Солодякова, то есть на двух питомниках. Первое соревнование было в 2014 году. На быстринский спринт я пошел. Дистанция была примерно 75 километров. Собаки шли хорошо, но единственный минус то, что недостаточно опыта было, чтобы занять какое-то призовое место. Самое Жульена. Ну такая одна из самых умных упряжки собак. Я ее поставил лишь потому, что девочки они поумнее, чем мальчики. Ну, на беринге я как бы не считал, что я был готов полностью. Ну и принял решение еще как бы по осени, что я пойду на беринге. Морально-то я готов, но точно я пляшка на своей пошел. Два раза на собаках проходил около 100 километров, меньше там 97 километров. Недостаточно я подготовил, я думаю, уже на следующий год уже будет готово полностью. Моя первая трудность была, это первый этап, Эсса и река Чаба, потому что там больше 100 километров. Была самая трудная, это перевал. Первых, может, километров 70. Они шли активно, как бы. Там, устали, легли. Я им дал отдых. Сам я как бы и не ел, потому что, только кружка чая. Где-то в 12:30 ночи я уже финишировал первый этап. На первом этапе я снял одного, и на втором еще двух. Две из них, которых я убрал, они просто уже сил не хватило пройти дальше дистанцию. Один из них, из трех этих, был подраненный, так как на втором этапе у меня подрались между собой. Ну, сняться я вообще хотел еще на втором этапе. Подумал, что надо хотя бы немножко пройти дистанцию. Там уже дальше видно будет. Ну и снялся на этом участке вот Ускаризова и Ковара. Даже если уйду с гонок, то просто буду заниматься. Мне порой папа хотел сделать, чтобы я был, как и он, охотником, но я взял как бы корни деда и прадеда своих, как бы заниматься собаками. Да, все равно, я планирую еще продвигаться, готовиться к гонкам. Сегодня у нас был пятый этап, село Ковран, село Седанка. Дистанция была 110 километров. Перед стартом в Ковране было принято решение, что Расул Холмуродов снимается с гонки. Это было наше общее решение. Я, как ветеринарный врач, должна была снять у него троих собак по состоянию здоровья. И мы приняли решение, что вся команда поедет домой.
Сегодня такая довольно-таки сложная трасса. Твердый снег, тундра выдутая, много кедрача. Но собачкам, наверное, это нравится, потому что жесткая довольно-таки трасса была. Осложнял все ветер. Холодно, где-то минус 17 у нас сегодня. Две упряжки уже прибыли. Андрей Семашкин пришел в седанку первым. Вячеслав Демченко пришел в седанку вторым. Собаками я занимаюсь уже, наверное, год, уже пошел седьмой. Первая упряжка, я взял первых собак у Андрея Семашкина, купил 4 собак. Потом взял еще, добрал еще 2 через месяц. У меня была первая упряжка, 6 собак. Тренировался у себя, бегал. В основном это были такие начальные тренировки, где нужно бегать, учить собак командам. Пришлось очень много бегать вначале. Особенно с лидерами. Про Берингию знал уже давно, потому что в нее ходили также и мои друзья, как бы участвовали и принимали участие. Первое желание, наверное, уже было, когда взял собак, чтобы вот было бы классно, было бы неплохо, интересно, увлекательно. Как изначально было уже тяжело тем, что собаки приболели, подцепили кашель. Когда мы приехали в Эссе, уже несколько собак закашляло, а потом дальше нужно было лечить всех, что уже было тяжело идти. После второго этапа, наверное, утром было видно, что им очень тяжело в полном составе, а уже когда начал снимать собак, то уже было видно, что очень тяжело собакам. Даже тем, кто были всегда тренированные, что в этом году идут немножко иначе. Мысль сняться была уже в Ковране, хотелось проверить, что вот до седанки как дойдем, если будем идти дальше, все будет все хорошо. То есть много снял собак, и остальным стало тяжелее идти. Ну и не было таких основных собак, которые тащили бы упряжку, вели бы вперед. И очень большой переход до седанки. Холодно и большой переход, был тяжелый снег, где-то первые километров 30, рыхлый снег. Негативный опыт, он, наверное, один из таких самых серьезных опытов, который тебя толкает двигаться дальше. И тренировки, и корма лучше. Надеюсь, что на следующий год я обязательно заявлюсь и пойду в гонку. Пройду ее полностью.
2009 году наконечник потерял. И так, без наконечника, потому что это наконечник уже сам говорил. Вот здесь вот были кованы, эти уже полопались. Я уже сам это основание так это я ставил. И вожу поэтому как талисман. Сегодняшний день у нас на старт вышло 9 каюров. Снялся у нас Андрей Казаков, Расул Холмуродов и Чанга Дмитрий. Был снят ранее по состоянию здоровья собачек. И Юлия Причина финишировала в Тегеле вчера. Согласно положению, юный каюр, который стартует впервые, доходит до серединки, до экватора вернее. И все, и поехала домой. Вышли мы из Тегеля, 87 километров прошли. Общая дистанция составляет 486 километров на сегодняшний день. Седьмой этап. Мы заканчиваем морозно, но дорога довольно-таки очень хорошая. Пришли очень быстро, даже не ожидали. Мы шли сегодня по центральной дороге, которая очень хорошо была присыпана снегом, довольно-таки плотный покров. В принципе, как бы пришли безболезненно, что нарты, что собачки. Это
по-тюрменски мункуля. У всех карабины, у нас у тюрьменов мункуля это называется. Ну, нету, они, во-первых, не весят, у кого-то вот, ну, цепляем за ошейник, и когда собака бежит, бывает язык, когда холод, цепляет, ну, замораживает на карабинах, а на этом нет, на пластмассе. Ну, раньше из кости делали, и деревянные, из березы делали вот такие. Ну, это все там ножом раньше выделывали. А что сейчас вот эти вот станки, быстренько, вот эти карабинчики, они замерзают, их расстегнуть потяжело. Андрей Васильевич, прием. Старт на старом месте, правильно? На этих болтах. Там я полтора часа сидел. Что ждал? Ну, просто, ну, они по дороге прут по камням. Жалко стало, я остановил, и там сидел чай пил. В данный момент мы находимся в поселке Палана. Здесь заканчивается автозимник, и по этой причине автотранспорт сопровождать нас дальше не может. Поэтому здесь мы взяли день перестоя для того, чтобы перегрузить, пересортировать, точнее, весь груз. Все, что нам понадобится в дальнейшей дороге, мы уложим на нарты. Все, что уже нам больше не потребуется, отправим в город автотранспортом. Группа сопровождения поделится на группы. Одна группа поедет вперед по маршруту в поселок Лесная. Заброску сделает топливо и рыбы для того, чтобы уменьшить количество перевозимого с собой груза. На следующий год будем приготовиться пройдем. Все равно пройду и неплохо. Первый раз за всю сколько гонок прошел, первый раз я собаку возил в нарте и узнал, что это такое. Ни разу не возил. Так с первого вошел, и так, не знаю, как-то все гладко выходило. Вообще не мучился. Вот сейчас вот пошел на этих, действительно мучился и понял, что это такое, что это очень тяжело. Они больше лукавят, они вообще лайка, хитрая собака, она слишком умная для нас. Ну и до базы оленеводов будет Кулику. Потом с базы оленеводов перевал на Карагу пойдем, там вообще 120 километров. Дорога используется, она единственная между этими поселками. В Лесную снабжение все уходит из Паланы. Вездеходная дорога, также снегоходами катаются, поэтому дорога набита и трудностей там не должно быть никаких.
4, 3, 2, 1. Старт! Have you seen the eyes of man? Have you heard the cry of pain? Have you felt the aching hunger and tears falling like rain? Can we find a hope for tomorrow? Can we find a helping hand that can ease the pain and sorrow for every woman? В данный момент мы подключаем керосиновые обогреватели для палата. Керосиновый обогреватель работает по принципу Вибасте. То есть это керосиновый котел, питание идет от аккумулятора на свечу и на вентилятор, подающие. Да, да, да. Отсюда выходит теплый воздух. Подожди, куда надо? Сейчас мы подсоединяем трубку выхлопа. Вся эта конструкция ставится в палатку. Время прогрева 5-6 минут до рабочей температуры. Максимальная рабочая температура до 30 градусов в палатке. Особенно там спуск с боковым уклоном. Если их не будет, то просто нарта будет скользить вниз и тянуть в бок снегоход. Ну, из этого ничего хорошего вот не получается. Потому устанавливаются вот эти вот подреза. На склоне утащит. На вот этих укосинах вот так нарт унесет. Тебя может скинуть. Вчера остановились в селе Лесная. Меня поселили в фельдшерско-акушерском пункте. Ну, а местное руководство, узнав, что есть врач, спросили, можем проконсультировать или нет. Ну, почему бы и нет. Клипирование аневризмы средней мозговой артерии приходило посоветоваться. Ну и была пара небольших операций. Там удалили сухожильный ганглий глубокого сгибателя пальцев кисти у мужчины. И у женщины удалили кусочек тромбированной вены, измененной на предплечье. Жарковато, конечно, для них, но они справились нормально. У нас же теплее там в Москве, и они тренируются в таких условиях практически, поэтому. У них они обрастают под шерстком, поэтому, когда тепло, допустим, да, им, конечно, тяжело бежать. Вот, а наши собаки бегают в более южных условиях, в мягких климатических условиях, поэтому под шерстком того густого нету. Они, конечно, на стоянках могут мерзнуть, если их не одевать, допустим, да, не закутывать. Но зато бегут и меньше перегрева у них. Так-то я помогал все равно шоу, но так что а здесь держит гранат и что? Старты сейчас будут все стартовать одновременно. Мы их выводим на восточную сторону перевала. Из-за того, что погода здесь, видимость плохая, осадки усиливаются. Из-за этого мы перенесли старт на восточную сторону, а там уже отобьем технический старт, как положено. И пойдем на Карагул.
30-е, и мы вошли в историю. Добрый день, Осора, 30-я гонка финишировала, и мы начинаем концерт, посвященный